фикс прайс зашла. Так, прошвырнуться, посмотреть, что есть. А, и кстати, хотела же я купить для рассады, не для рассады, а для своих цветов подкормку, потому что тогда-то я не купила в Леруа, меня же муж торопил. Что тут у нас есть для орхидеи, для чего угодно, но не то, что надо. Хотя нет, вот есть универсальная. Можно взять, попробовать. Возьмем. А, и вот есть. Его тоже возьму. Фонарики всякие. Фигурки прикольные, кстати. Персоль моя любимая, кстати, закончилась. Возьму-ка я несколько штук. 5-6. Здесь же кометы всякие. И все прочее. Белизна гель мне нравится вот такой. Тоже его можно взять. Он недорогой, но очень классный. А вот вообще большой есть. Для отбеливания и замачивания. Вот это возьму. Отлично. Санитол, Бэнк. Кстати, Бэнк. Силит Бэнк. Стоит 99 рублей. Класс, это дешево реально. Возьму. Доместос тоже 99 рублей стоит большой. Мистер Пропер 199 рублей. Ну, этот отдел я обычно прохожу мимо. Тут мне нечего пока делать. А вот тут можно и посмотреть. А вот тут я еще нашла всякие удобрения, грунт. Киском возьму для туалета. Она любит такой наполнитель. Ну, тут я обычно ничего не смотрю. Пойдемте дальше. Всякие контейнеры и прочее. Много всего. Ковры. Много всего. И вот мой любимый отдел. Вот здесь я люблю ходить. Все рассматривать. Боже, как я люблю. Все мне нужно сразу. И коробочки, и контейнеры, и пакетики, и лички. И все вообще сразу хочется. Угу. Отлично. Отлично, шикарно. Чудесно. Чашки всякие. Для ножей. Здесь иногда даже прям вот красивые какие-то мне нравятся. Вот, недорогая, но прикольная, на середину стола. Поставить, и можно фрукты, можно под хлеб, под все что угодно, симпатичная, очень даже. Чашка такая, как у меня, удобная, с крышкой, мне нравится. О, а вот это мне надо взять, термометр, 100 лет его хочу, а здесь 149 рублей стоит, берем. Часто бывает нужен, но у меня его не было. Здесь печенки всякие, все остальное для кошки не стала брать, вот это взяла, дома есть, оказывается.